Акция памяти москвича Юрия Волкова прошла почти в полной тишине. Митинга не было, никто не произносил речи. Около 500 человек, в основном молодые люди, без слов зажигали свечи и возлагали цветы у стен станции метро «Чистые пруды». Двадцатидвухлетний Юрий Волков был убит на этом месте в драке в ночь на 10 июля. Еще два москвича получили ножевые ранения. По горячим следам были задержаны трое уроженцев Чечни. Однако собравшиеся уверены, что виновные наказаны так и не будут. Один из главных подозреваемых был сразу отпущен на свободу. Человек по невыезде, он не может обеспечить его привод. У него сидит человек, который свою вину отрицает. И адвокат которого говорит, вот есть же другой человек, который... свою вину признал, написал признательные показания, выдал оружие преступления, нож. Все, дело развалено. Они посидят, и все, через два месяца суд просто не продлит, прямо содержание под стражей отпустят. Сергей Поляков, Никита Токарев, Инфокс.